Ітак, радий представити гості нашої студії. Олексій Павліщук, художній керівник та режисер молодіжного театру «Новик», та Сергій Мельников, виконавець головної ролі у виставі «Розморожений». Ітак, добре утро вам. Доброго утра. Спасибо, що ви з нами з утра. Прийшли проанонсувати мероприятие, которое у вас будет совсем скоро. Зрители узнают, когда и во сколько уже со временем. Театр Николаевского общества еврейской культуры «Новик» презентовали, да, комедийный спектакль еще в декабре прошлого года, 25 числа. Это был как ханукальный подарок. Мне интересно, почему именно этот материал взяли «Разморожный», достаточно известного и телеведущего, и писателя, и журналиста. Чего именно так? Дело в том, что это очень актуальная на сегодняшний момент пьеса. Пьеса, которая рассказывает зрителю и заставляет задуматься о единстве нашего общества. Это на сегодняшний момент очень актуальная тема в принципе. И, конечно же, та тема, которая раскрывается в спектакле, о том, что неважно, какого поколения человек, каких он взглядов, он все равно человек прежде всего. И, наверное, об этом мы должны помнить, об этом рассказывает эта пьеса, плюс комедийный жанр самого написания материала, конечно, заставляет зрителей смеяться и улыбаться, и в какие-то моменты, может быть, затрагивает струнки души и дает понять, что каждый присутствующий, каждый человек, который нам близок и нас окружает, это прежде всего человек со своими взглядами, со своей точкой зрения. И нам кажется, что эта работа дает возможность людям еще раз подумать о высоком. Какая-то сильная, большая переработка материала была, или все-таки основа была вот какая и есть? Ну, дело в том, что переработка была создана самим автором, поскольку эта пьеса была написана по мотивам фильма «Замороженный» 69-го года, и за основу сюжета взят именно этот фильм, поэтому еще перерабатывать ее не было особого смысла. Конечно, мы внесли какие-то свои доработки небольшие, колоритные, да, как нам кажется, понятные нашему зрителю, понятные нам, актерскому составу. Мы внесли большое количество танцев для того, чтобы разукрасить этот спектакль. И творчески подошли к вопросу постановки самой пьесы. Сереж, у тебя была достаточно интересная роль, если я не ошибаюсь, Абрам, да? Это вот мне интересно, вот как бы ты в жизни почувствовал себя в этой роли папы уже, у которого взрослая дочь, как бы в жизни вел? Так же аналогично, ревностно по отношению к дочери и зятю будущему? Ну, на самом деле, там помимо этой линии еще несколько других вариантов. У него там больше вопросов, связанные с тем, что ему хочется денег, по большому счету, да, вот это уже все уходило у него на второй план. В итоге все складывается, опять же, как говорил Алексей, в мысли человека о том, что преобладает внутри, желание обогатиться или все-таки человеческие качества. Я не знаю, как бы я вел себя в жизни, попав в такую ситуацию, да, но это очень сложно представить. Но в данном спектакле было интересно, потому что нужно было проходить через разные эмоциональные моменты, начиная от того, что человека ставят неудобные условия, заканчивая тем, что он сам делает для себя какие-то выводы. Для меня, как для человека, играющего эту роль, было очень интересно. Там получается сколько? Ну, три перехода по образам. То есть у него три раза человек ломается в разные стороны. То есть сначала в одну, в другую. Вот это было больше интересно. Как бы я ревностно, я не знаю. Когда у меня будет дочь, когда она вырастет, у нее появится жених. Я так понимаю, Леша, это не перспективы. Ему эта тема ближе. Ему эта тема уже гораздо ближе. Когда это будет у меня, я не знаю. Ну, посмотрим. Надеюсь, таких истерик не будет. Я предлагаю сейчас посмотреть небольшой отрывок с этого спектакля и продолжим разговор. Это же наши 3 миллиона! Нашими они были до тех пор, пока он не пришел в себя. Вообще-то это его деньги. Сейчас он у себя будет. Вы мне еще про контракт напомните! Хорошо, вы получите часть, только молчите. Я не хочу часть, я хочу целое! Мама, звони в офицер, этот ваш дедушка его выгнал! Как звонил? Вот телефон, и никто по нему не звонил! Он звонил мне на мобильный! Куда? Выгнал нашего мальчика? Абрам, ты же говорил, что он проходили! Он меня любит! Нашего дорогого Виктора! Абрам, держите себя в руках! А где мои деньги? Вы получите часть! А я хочу целое! Папа, сделай что-нибудь! Папа? Чей папа? Я хочу Виктора! Ваша Виктор проходили, посмотрите! Вот, это его! Да мне все равно, я хочу Виктора! А я хочу мои деньги! А я моего дедушку! А ты хочешь твоего дедушку? Ну сейчас я тебе устрою твоего дедушку, сейчас я тебе его организую! Как? Он же давно умер! Нет, живехонек пока, ну сейчас я устрою его похороны! Я схожу с ума! Вы не сходите с ума, но сейчас сойдете! Я ничего не понимаю! Я вас госпитализирую! Все, контракт расторгнут! Контракт?
Что вы говорите? Отлично, тогда я сейчас ему все расскажу. Нет, так нельзя, он сойдет с ума. А так с ума сойду я и все остальные. Остановитесь! Остановитесь, хорошая фраза. Остановитесь, да. Главное, с правильной интонацией. По поводу актерского состава, это постоянные ребята, которые занимаются в студии, или кого-то привлекали из них? В основном это театральная студия Николаевского общества еврейской культуры, ребята-актеры. Но в этом году я решил провести эксперимент и пригласить людей, не имеющих отношения конкретно к нашему театру, но людей в культуре, в театрах, в других. Дело в том, что у меня давно была мечта попробовать выйти за рамки нашего состава, нашей труппы, и в этом году она осуществилась. Может быть, не в полной мере, как хотелось, но тем не менее мы пригласили двух людей, которые не имели до сегодняшнего момента отношения к нашему театру. Это Сережа и Лера, Валерия Момот, из другого театра, которая тоже исполнила роль подруги, дочери Авраама. И как следствие уже потом будущей супруги, непосредственно самого размороженного дедушки. Было, ну, мне лично было очень интересно попробовать поработать с ребятами, которые не знают меня как режиссера. И это был для меня опыт, я думаю, что и для них в том числе. И так как эта работа состоялась, то, наверное, этот опыт был удачным. Но в перспективе я думаю, что этот эксперимент мы продолжим, потому что есть очень много ребят талантливых, которых хотелось бы попробовать в своих работах, поэтому я думаю, что на этом эксперименте мы останавливаться не будем. На сегодняшний день идет отшлифовка материала или что-то уже готовится новое? Дело в том, что мы пока этот спектакль, он у нас в работе, его уже видели в Николаеве, видели в Харькове, в Херсоне. Сейчас еще раз мы его хотим показать в Николаеве, и в скором времени, я думаю, что мы поедем в Одессу точно. Поэтому сейчас мы работаем над ним, но я, как режиссер, уже примерно знаю, что мы будем делать дальше, пока не буду раскрывать секреты, но... А, Сереж, твое вот отношение, вот те, скажем так, линии, которые пришлось отработать, да, свои изменения вот эти по сюжету, что больше всего запомнилось? Ну, наверное, от начала до конца много чего запомнилось. Я думаю, что, ну, это еще не конец, как бы, театральных моих каких-то... Ну, в данном случае, действительно, это был для меня эксперимент. Я переживал по поводу того, что все-таки это немножко другое, нежели тем, чем я занимался до этого. Всегда мечтал попробовать. Спасибо, Леша, что пригласил. Там самое главное для меня было понять, что смогу ли я это или нет. Потому что это действительно, ну, все знают, что я приходил из КВН, то есть из юмористических проектов. Но для меня действительно было сложно, ну, как это все представить. Потом, благодаря режиссеру, там просто, как я понял, нужно слушать режиссера. И когда ему можешь, как просто говорить, вот здесь можно было бы сделать лучше. В плане не то, что даже лучше, а как-то от себя добавить. Проходило, мы оставляли. Не проходило, я говорю, окей. То есть полностью доверился и понимал, что, как бы, я человек, который должен поучиться, и абсолютно спокойно этим сейчас занимаюсь. Вот это, наверное, больше всего запомнилось, то, что получилось, в принципе, у меня. Удачный новый опыт. Ну, удачный новый опыт и очень классная атмосфера, на самом деле, на площадке, можно так сказать, да? Вот, поэтому там и помогали, и подсказывали, и в конце концов, ну, все, я думаю, получилось. Ну что ж, самое главное, я видел ваши репетиционные моменты, видно сплоченность, все вместе, все... Виктор тоже не участник. Хоть виртуально, так, но да, поучаствовал. Кстати, друзья, приходите, увидите. Куда приходите, во сколько? Да, покажем мы наш спектакль 19 февраля, в это воскресенье, в 2 часа дня у нас начало, на Наваринской 23/1, Николаевское общество еврейской культуры. Так что приходите, двери открыты, всех ждут. Спасибо большое вам, ребят, за то, что пришли, за то, что делаете новые эксперименты, приводите новых людей в театр. Я нагадаю еще раз нашим товарищам, что сегодня спілкувалися и с художним керівником та режиссером молодежного театру «Ноек» Олексієм Павліщевим та виконавцем головної роли у виставі «Розморожений» Сергієм Мельниковим. Дякую вам.